1 января 2019 года в Татарстане введен специальный налоговый режим для самозанятых. Что думают о нем уже зарегистрировавшиеся самозанятые и те, кто планирует это сделать в ближайшее время? Что меня привлекло? Во-первых, он добровольный, во-вторых, удобный. Кроме того, регистрация в качестве самозанятого не подразумевает ведение отчетности или необходимости отчислять часть доходов в пенсионный фонд. Все подробности о специальном налоговом режиме для самозанятых на специальном сайте npd.nalog.ru.